Всем привет, ребят! Сегодня 15 марта, и сегодня тот день, когда я в этом году буду закладывать первый раз яйца. Я буду закладывать, о боже мой, утиное и гусиное яйцо. Я уже его почти перемыл, думаю, нужно вам немножко по этому поводу рассказать. У меня много на канале видео о том, как я мою яйца перед закладкой. Их можно продезинфицировать или в растворе перекиси водорода, или в марганце. То есть я вот смотрите, я мою яйцо в одном тазике. Здесь тоже есть марганец, но так как я уже перемыл очень много яиц, то вода выглядит желтой и там совершенно не видно марганца. Но он там есть и его там много. То есть я налил, я мою в одной воде яйцо грязное, потом перекладываю в тазик с чистой водой, тоже с марганцем, она розовая. Конечно, и тазик такого цвета немножко, поэтому кажется, что там нет марганца. Но он там есть, здесь немножко послабее, там покрепче. Потому что, чтобы обеззаразить яйцо, его нужно погрузить в воду с марганцем. Вода у меня немножко теплая, не скажу, что она прям мне в руки теплая, но мне не холодно. То есть яйцо у меня хранилось здесь, в этом помещении, здесь где-то 10 градусов, поэтому яйцо холодное, я его не подогревал и вот таким же холодным и мою. Поэтому сильно теплую воду брать не стоит, чтобы не было большой разницы температуры. Ну и это будет нехорошо. В общем, сейчас помою яйцо. Как вы знаете, у меня 6 гусынь мамутов. Вот я яйца помыл, подписал сразу. Вон сверху начал ложить яйцо от моей гусынки-сиротки. Она не мамут, поэтому я яйцо то не подписал. Ну, мне так будет понятно. Есть 2 яйца, которые снесла серая гусынька. Вот, они самые большие. То есть, она несет самые крупные яйца, потому что она несется второй год. Сиротка гусынька, у нее небольшое яйцо, потому что она сама по себе мелкая, в ней килограмма 4, возможно, я не знаю. А мамуты просто несут небольшое яйцо, потому что они молоденькие. Ну, это первогодки, которые только-только занеслись. В дальнейшем, конечно, будет крупнее яйцо. Вы меня спрашивали, можно ли ложить в инкубатор мелкое яйцо. Но сильно мелкое не стоит. У меня вот самое маленькое яйцо, вот одно, и вот оно весит 135 а второе 140 грамм. Остальные все примерно с весом 150, некоторые немножко побольше. Конечно, это мелкое яйцо, но так как гусынки молодые, то нормально. Вот эти первые яйца, дай бог, там будет зародыш, я эти гусят оставлю себе, потому что они, будут мелковатые. Ну и вообще просто жалко яйцо выкидывать поросятам. Потому что мамут, гусенок дорогой. То есть, думаю, хоть будет и мелкое яйцо, все равно что-то должно вывестись. Дай бог, там будет зародыш. Ну, в общем, сейчас домою яйца. Я сначала их мою, а потом буду просвечивать. Проверю на то, чтобы не было никаких кровяных вкраплений в яйце, потому что с такого ничего не получится. И чтобы была воздушная камера, на месте, вот здесь, в тупом конце яйца, чтобы она была, нормального размера и не была порвана, потому что гуляющий воздух в яйце тоже ни к чему хорошему не приведет, поэтому сначала домою, а потом уже перепроверю. Просто просвечу своим фонариком, я это тоже 100 раз показывал, сейчас не буду показывать, и заложу. Я сначала буду закладывать. Вообще я восстанавливаю температуру в инкубаторе 37,8. Я уже тоже об этом много раз говорил. Это общая инкубация для всех видов птицы. Она у меня на блоке управления так и называется — птица. У меня блок управления, это я чуть сейчас попозже расскажу вам, покажу. Там есть 8 программ для разных видов птицы. А есть общая программа, так и называется — птица. Там стоит одинаковая температура на протяжении всей инкубации 37,8. То есть вот при такой инкубации я инкубирую свою птицу. Потому что я закладываю и куриное, и гусиное, и утиное. Все вместе. У меня инкубатор на 1200 мест, поэтому по-другому у меня никак не получится. Ну, в общем, сейчас продолжим. Просветил утиное яйцо, оказалось вот одно треснутое, но я его даже не мыл. То есть оно прям сильно треснутое, вот прям трещина большая. И в одном яйце гуляет воздушная камера, то есть она разорвана. И оно, кстати, вот тоже немножко треснуто, так что, скорее всего, от этого оно и треснуло.
Вот сколько получилось яиц, я даже не считал. 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 46 штук. Да, 46 штук. Но мне это не нравится, потому что мне сейчас яйца не вместятся в один лоток. Я яйца мамута подписал. И теперь я не знаю, как мне их сложить, потому что получается, смотрите, 6, 10, 15, 25, 30 яиц. А в лоток вмещается 25. А вот туда 5 штук я не вмещу. Ну, сейчас попробую. В общем, нужно как-то все плотненько разместить, потому что если... Да, вот нужно положить 6 яиц маленьких, тогда влезет на одно яйцо больше, потому что крупных яиц вмещается 5 штук в ряд. Ну, в общем, сейчас сложу и будем закладывать. 6, а тут получится 5. А следующее 5 засунуть 6. И тогда все вместится. Вот туда немножко что-то втулим. А просветы заполним этим мочалками. Вот так. М, М, М. Вот так. А ну, получится положить 6 штук, не получится. Ну, яйцо вроде не крупное. Когда яйцо не крупное, то... Когда яйца много и нужно их вместить, то очень даже хорошо, что оно не крупное, потому что это большое, вот поменьше. Не знаю, поместятся, не поместятся. Вверх ногами как-то получилось. А ну, равняйся по стойке смирно. Ну, им так полежать плотно придется. Вообще не влезет. Сейчас попробую вместить, тогда продолжим. В общем, получилось мне их затрамбовать. Я думаю, ничего не вывалится. Потому что поворот не сильно такой прям большой. То есть... Вот, нужно поправить вот эти два яйца. И все, вот это носиком сюда. И будет нормально, все. Вроде все ровненько, вместились все. Получилось 30 куриных и, 3, и 40, 46 утиных. Через несколько дней, ну то есть через 5 дней, когда я провоскопирую, те, которые не плод уберется и станет, конечно, посвободнее, можно будет разместить яйца немножко по-другому. Ну а пока пусть лежат так. За 5 дней ничего не случится. Инкубатор я тоже помыл с марганцем. Вы меня спрашиваете каждый раз, когда я рассказываю про инкубатор, что это за блок управления. Ребят, это собранный блок управления. Я не знаю, как он называется. То есть нет у него распознавательных знаков ни с какой стороны. То есть просто коробок, в который вместили... блок управления. Еще спрашиваете насчет вот этого, вот этой катушки, ну то есть катушки, которая моторчик, который, ну то есть у меня механизм поворота. Я тоже не знаю, как он называется. Тут вот написано М, П3 и цифры какие-то стертые. То есть вот так. Воду я сегодня ставить не буду, потому что яйцо сейчас холодное, оно начнет греться и выделится с него конденсат. Поэтому воду я поставлю завтра с утра. Вот такой лоточек, здесь он становится вот сюда сверху. Вот так становится, и вот лоточек здесь немножко свисает. Ну и все, здесь все просто на нагрев. Вон один тен, за которым два вентилятора, которые циркулируют воздух по этому. И вон есть маленький вентилятор снаружи, который, ну то есть дает, втягивает при охлаждении яйца, втягивает свежий воздух внутрь. Смотрите, я сейчас выставлю, так как у меня неделю больше, кроме гусиного и утиного яйца, здесь ничего не будет, поэтому сейчас я уберу птицу 37,8 и поставлю гусиное яйцо, потому что, вот, смотрите, утка, перепел, здесь 8 разных, я поставлю гусь, период 30 дней, и здесь будет именно инкубация запрограммирована, здесь именно для гуся, поэтому... Все, видите, гусь, день второй, а почему день сразу второй? Настройки инкубатора, птица, гусь. А еще день второй. Первый нужен день. Вот так.
Все, день один. И можно назад. Все, гусь, день один, тен выключен. Тен вот включает при открывании инкубатора, мне его выключать не нужно, потому что тен включается только при закрывании инкубатора. Вот такой датчик, смотрите, и тен сразу включается. Во. Ну все, сейчас заложу этот молоточек и покажу вам, как это выглядит в инкубаторе. Все, яйцо вот в таком положении. Все. Потом после того, как пройдет 2 часа, а 3, поворот через 3 часа у гуся, то лоток перевернется вот так, и все, и вот это все, весь переворот яйца. Все, в общем, больше ничего мне делать не надо, механизм переворота всем понятен, то есть моторчик с реверсным движением, и когда он движется в одну сторону, по шпильке вот этот квадрат опускается вниз, и вот пазы, вот в которых стоят лотки, опускаются вниз. Ну все очень просто, вмещается 10 лотков. Вот лотки вставляются вот в эти пазы, вот на каждом. Есть, смотрите, видите, то есть вот, и вот все лотки вмещаются сюда. А на каждом лотке вот вкручены 2 таких саморезика с большой шляпкой. И все, вот такие нехитрым способом сделан мой инкубатор. Все, ребят, мне больше здесь делать нечего. Я закрываю, завтра приду, залью воды. Залью сразу дистиллированной, потому что с обычной воды получается накипь на лотке и пленка на поверхности, и тогда вода испаряется не так, как нужно. Ну, то есть из-за плотной пленки на поверхности воды влажность в инкубаторе пониже. Ну и все, ребят. Вот такой мой первый... Ну, сейчас я выключу, потом запущу. Вот так выглядит мой первый день закладки. Все очень просто. Здесь в помещении обычная, ну, то есть температура, как и на улице. Сейчас притяну сюда масляный радиатор от поросят. Включу, в помещении будет тепло, инкубатор нагреется быстрее. Яйцо холодное, то есть инкубатор холодный, ничего не прогревал. Сейчас включу, и яйцо будет вместе с инкубатором прогреваться. Он нагреется с одним лотком примерно за полчаса. Если бы загрузка была полная, он бы грел яйцо примерно 2 часа. Ну, вот так. В общем, пошел я управляться дальше. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.